Федерации бокса России, председатель судейской коллегии Республики Крым, судья международной категории Валерий Клищев, город Симферополь. Главный судья, заслуженный мастер спорта Александр Картикин, Санкт-Петербург. Заместитель главного судьи, судья международной категории, заслуженный работник физической культуры России Ярослав Риев, город Петербург, Челябинская область. Председатель просмотровой комиссии рефери и судьи, судья международной категории, доктор биологических наук, профессор и академик Николай Владимирович, Санкт-Петербург. Рефери и судьи, судья российской и международной категории Игорь Дубовцов, Санкт-Петербург. Судья российской и международной категории мастер спорта Глеб Самарский. Судья российской категории Сергей Могутков, мастер спорта. Судья российской международной категории лучший судья 2015 года Всемирной ассоциации любительского бокса АИБА, а мастер спорта России международного класса Денис Попов, Самарской области. Судья Олимпийских игр в Рио. Судья всероссийской и международной категории Сергей Морозов, Уфа. Судья всероссийской и международной категории Юрий Черников, Пензенская область. Судья первой категории мастер спорта Дмитрий Рыбин, Санкт-Петербург. Судья первой категории Константин Григорьев, Ленинградская область. Судья первой категории – мастер спорта Шота Чилидзе, Санкт-Петербург. Судья первой категории – мастер спорта Ильтус Максумов, Санкт-Петербург. Судья первой категории – мастер спорта Сергей Брисов, Санкт-Петербург. Судья первой категории – Андрей Агафонов, Ленинградская область. Судья первой категории – мастер спорта России Дмитрий Зиновьев, Санкт-Петербург. Судья первой категории мастер спорта Петр Румеников, Ленинградская область. Судья первой категории Василий Романов, Санкт-Петербург. Судья международной категории мастер спорта международного класса Роберт Имамов, Ленинградская область. Предоставляем гонг. Символический гонг. Аплодисменты! Парад судей! Наверх! Вот, аплодирую, дорогие друзья! Мы начинаем финальный день наших соревнований. Друзья, мы аплодируем, потому что уже сейчас начнется первый бой, который назовет чемпиона в весовой категории 60 килограммов. За время всего чемпионата с вами.